тут американец или русский? Американец. Будешь молчать, застрелю. Я просто без рации. Американец, конечно. Американец или русский? Американец, конечно. Я считаю, убиваю. Гранатой тебя. ГП уже зарядил. Американец, блядь. Никнейм. Мел. Мел. Сейчас посмотрим. Все понял. Да блин, я что-то не понял вообще. Сейчас я зайду к тебе. Как так? Блять, ну ты молодец, пиздец. Охуенный водитель. Блять, ну водитель от бога, я хуй. И шо, я единственный умер? Нет. Нет, я умер. Блять, сел побыстрее доехать. Охуенно. Пиздец. Как можно было не заметить этот дрын, блять? Какой дрын? Там ничего не было, я ехал. На железной дороге дрын железный стоял, который стрелки переводит. Царь, можешь прям по опушке двигаться. Вот у тебя есть GPS, прям по синему адресу. Скал тут не верю. Чтоб спину к ним зашел. Штаб походу убили. Штаб живой. Метка стоит, а теряние пехоты. А мы идем до ночи. Так что я метки-то не вижу, где скалы? Ой, как обычно, поставил метку, блядь, получил пиз. Перед нами танк. Вызов там? Так вон наш танк едет справа, наш танк справа. Поехали. А танк врага где? Танк врага где, блядь? Что это за хуйня сейчас была, я не понял. Что за лорд Эмик? Перед нами высота танка. Вы там едете? Там отделение, блядь! Это свои пехи. А вон девушку стрелял. Подожди, там 3-2. Там 3-2 спешили. Понял, блядь, понял, спокойно. Я поехал, пацаны, вы едете? Поехали дальше. Погнали, чё? Стой. Я или умру, или буду придерживаться плана. Поехали дальше. Я за рулем, не бойтесь. Подожди, а вон Беттер, смотри. УГ, быстро, блядь, сюда. Азимут, 90. Целое отделение высадилось на Беттере врага. Ебашь, ОГшку, хоть ты ПГшку. Заряжаю, съебитесь, блядь. Старай синий стреляй. Сейчас, 400 тихо. По четвертой планке. Я ебу, ты пешком, короче, туда пошли пешком, парни. Пойдем. Я поехал туда. ВХ-80. Да там же, там. Бля, я поехал. Блять, ну, зачем ты стреляешь, что нам все? Вижу Бэху, вижу, пизда ей. Бэха. Я отвлекаю. Ей пизда, я отвечаю, братки, блядь. Едь к вам. Ты выбил ее? Нет. Где она? Блять, вон она едет на
Блять. По нас стреляет откуда-то, сука. Из города. Мало там. Бля, пацаны, я раненый. Давайте я раненый. Убили, убили. Нет, я убил. Ну ладно, похуй. Ты убил. Че, там щит, там щит. Да, конечно. Ну, да. Что гадедят нахуй? Пеха, бля. Блядь, как это поле перейти, ёбаный урод. Брас. У меня уже... Ебать, не попал в БТР. Да фугас. Ебать, и Пеха едет, да ну нахуй. Иди, блядь. Сука, что за... Почему он стреляет? Кто видит? Куда чего он стреляет? Да где-то из города, ближний дома, сейчас найду его. Ты считаешь, сейчас я на виду, если вижу. Да, вижу. Где он? Где он? Убил кого? Короче, царь, из тебя 100, Азимут, Арка. Варки, варки. Я не вижу точно, сейчас не могу. Я ебашу в арку, ебашу в арку, отдадите. Ладно, так тоже можно. Алло, бля. Захватил БМП. Ебать, дрон, поехали к станции, где ты, бля. А может не захватил? Это они не побежали, что он мне свои стреляет. Мне сейчас свои убьют. Он мне свои работает. Сейчас. Я туда. Да, ты подавил лучше крики. Я уже попуешил и с калаша пострелял. Да, ну вот проехали хаммера, и они решили в одного бега пострелять. Что за люди, блядь? Четыре хаммера прям стало. Я в шоке. Будет смешно, если еще и на сэпа мне не пить. Кашники, блядь, что так не убили. По БТР стрелять мелко калиберный. Пулемет. БТР пулемет, да? Ростоки в Болгарии.
Да, он выжил. Выкидал парня гранатами. О, он умер. Метка там сзади. Они хоть важно, они вернули. Они тупые, смотри, один вообще вылез. Смотри, один. Они пушкой цепляют деревья. Ну да. Я говорю, как бы башню развернули. А мне кажется, сейчас перевернут его. Наблюдать за ним. Смотри, его камень взорвут. А ты, блядь, что за корявый танк, хуй, он не ездит нормально. Ну, пиздец, пацаны, нет у нас танка. Блядь, трёх, ёбки, блядь, заблудились. Ну, он как бы есть, но... Понимаю, что не едет вперед. Да, и вот этим людям отдали танк, и мне не слышно. Ясно. О, сейчас поедет, не сел. Такой хрень не было. Ну что, задуматься что ли нельзя, блядь, пересесть с командира на наводчика, блядь, и повернуть эту ебаную башню. Не, вот смотри, он наверху. Причем они, походу, без этого играют, без наводчика. Он как в фильме Ярость, короче. Он это, он командиром сидит. У них командир водитель, а наводчика стрелка нет. Да, стрелка нет. Да-да. Они сейчас выйдут, блядь, на точку, на всё стреляют. Он останавливает. Все такие, раз приедут, и стреляют, стреляют. Выйдут из танка и умрут. Мне кажется, они, если доедут куда-то, они без пушки доедут. Где-нибудь на наветку там их поставят. Их сейчас свои взорвут. Сейчас разгонятся и перевернутся на базаре. О, залез на командира, типа. Слышишь, по ровной поехал по дороге. Да, вот двоечник. Сейчас разгонят, через столб заденут, блядь. Да, что нас не опять вылез наружу. Все, все скажу, дальше сам. Все. Вот. Позиция, принимаю РПГ. Охуительно, только вы понимаете, что это не командир пересел, а лихвот. Да-да-да, там поводок. А он, походу, голову спрятал. О, залез. Командир вообще, походу, не понимает, что делать. И вот они все, сейчас все, пытаются. Пацаны, все кончился там. В смысле? Перевернули. Как? Это в оборону? Об дерево. Бля, они... смотрите, один это... чел вышел из танка, а кто второй вышел? Вылетел. У нас командир теперь один танк. Командир вышел из танка и, походу, хочет за стрелка. А другой чел найти. Вылетел вообще из игры. Смотри. Не-не-не, все правильно. Обнови список. А, нет, да? Это не оборону. Обнови список. Бля, он убежал из танка. Они танк бросили, блядь. Ha ha ha!